чего. Пойдем. Вот там. Пойдем. Чучундр-то. Пойдем на вышку. Вон, смотри, какая корги. Бойцов, Стёп. Мы очень сильны, да? Ага. Это наша корова, и мы ее доим, да? Угу. Кто сидел на моем стуле, да? Кто тут сидел, Степ? Непорядок, да. Ага. Это наша вышка. Одни убытки, да? Мяу, да, мяу. Ага, давай, спинку пач. Куда ты меня послал? Да иди ты, я тебя вчера не туда посылал. Да, ты злобный. Да. Кто-то сидел, да, Степаша? Одни убытки, пенек нельзя оставить без присмотра. Пойдем нагнем и задерем. Он Васька сидит. Ой, Пушок тут, смотри, все тут. Пушок. Пойдем Пушкам поздороваемся.
Друг твой, чё? Он зевает. Братва. Чего мяу? Скоро зима, вот будьте мяу. Да. Чего? Сирота ты наша. Кошка все при товарище. Он Васек еще сидит. Он Вася сидит. Пойдем к Васе. Васек. Полное игнорирование. Ну да, я согласен. Это у нас, так сказать, авторитет, да, Вася? Васька. Так, а Пушок куда смотался? Ну тут что, цветочки нюхайте, Степаш. Степа, отомкнись. Васька сидит. Что ты ругаешь? Пойдем по нашим дорогам. Вон, смотри, Пушок куда. Тут у него коврик, а тут у него вот убежище. Специально оставлено для котов. Да, не заделанное. Пойдем. А, вон он. Пушка. Ладно, пушка. Чего? Балбесина. Бежали. Чё, повеселял, к дому приближает. Тут народ ест, да. Пошли. Да нет там никого. Вот мы и дома. Балбесина. Никак. Мы прогуливались по территории.